И после Таурена у нас идет дерево. Запрещенное. Ну сейчас его, как мне сказали, на ЦМ дерево можно уже пикать. Чем же обладает наше дерево? Какими же скиллами? Буковка Е, это юзается на пацанов. Тем самым вылетает из них лепестки, которые хилят вас и ваших союзников. Так. Буковка Т, это инвиз, пассивочка. Добро пожаловать. Пассивочка, дающая ХП и армор. Ну и ульт, всем известен. Проходит даже если парень рада БКБ. Так. Даже если он в БКБ, на него пройдет ульт. Вот такое вот. Прям как Энигма и прочее. Нет, я на топ не пойду, будет у нас трипла. Трипла. Дерево очень популярное в таких фэнтези мирах. Это энд. Кто не знает, что такое энд, я вам скажу. Это слово, состоящее из трех букв. Можно в доте увидеть его братьев, энта. Вот они. Выглядит дерево как бородатый, очень похож на тини. Ну, кустами. Да и все. Нету бикини, почти голый. Адам и Ева. Наверное, Ева. Ага, ясно. И что у нас по пику? Ну, пик мы просали, но... дерево все вытащит. В руках Виджей Линка дерево непобедимое. И инвиз всегда даст. И эрочку без отката и будет юзать. И ешечку также будет без отката. Анимация атаки у него такая вот отличная. Болевая. Оп. А вот он сейчас кого-то прибьет точно. Жалко, не сплэшевая. Потому что эти когти, они могли бы по двум, по трем целям доставать. Бум! Но в доте нет никаких сплэшевых героев. Одним ударом могут... Нет, есть, конечно, Санная Медуза, если ей пассивку прокачать, как идиот. Ну и Лана, Луна также. Ну... Дайте героев, мы даем. Иди отсюда, сейчас она лип качнула. Ты... А, нет, она стрелу. Ну, получай тогда. Стрелу качнула, получай. Ой, ред хп, орёт. Что ж я такая дура, лип не качала. Она же совсем идиотка. Могла ешку качнуть. Вообще, Миране нужно ешку первым скиллом, мало ли, что тебя поджидает на лайне. Вот, уже убить хотят. Но у меня МП нет. Так, сейчас я МП выпью. Наше ФБ будет. Наше ФБ. Наше ФБ. А, на... ну все, она лип прокачала. Второй левел. Ну, неужто плюсик или звездопад, а? Ой, мне МП еще сбило. Да уж. Ну, давай накажу тебя. Давай. Главное, Гондора буду фарм давать. Вытащит пацан. С моей помощью, естественно. Ой, ой, бери. Молодец. Так. Сейчас, сейчас. Будет у нас жертва. Сейчас, 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 сейчас. А, она все спалила, наверное, варды. О, все. Подлипила. Конечно, побежал он зря. Что... О, отлично, ФБ. ФБ у нас совершили. Но я уже не радуюсь, когда... Мои тиммейтеры совершают ФБ. Обычно я проигрываю. Недавно аж 6 раз подряд проиграл. Нервный срыв был. Побил кота. Ага, ясно. Так, пассивку я... Один раз можно инвиз прокачать. Потом максить ешку и пассивочку. Ну, конечно же, это до 6 левела. Ну что ты, дура, иди отсюда. Сейчас она еще стрелу мне, наверное, даст. А, она вот она как. Ясно. Так, так. А, фура ТП-шится. У нас фура есть? О, фура, да.
Ганг оф Вора. Как еще дерево выглядит-то? Маленькие глаза. Пиноккио. Нет, правда, у него глаза очень маленькие, как у Юдашкина. Да, маленькие. Но они горят. Ага. А у Гондора какие Гондоры? Да, не, у Гондора даже больше глаза. Угу. И у этого, у дерева почти лба нет. А у Гондора? Даже у мобов есть. Но у Гондора какой-то приплюснутый лоб. Так. Ну, вот меня бесят люди, которые стоят соло, да? И они еще пытаются там подфармливать. Иногда мобов своих добивать. Зачем? Ты стоишь соло, ты должен гордиться этим, радоваться. А ему нужно больше. Вот зачем оно добило этого стрелка-то, зачем? Любит восклицательный знак, пусть играет Макс Пейна. Оп, все, теперь я имею дерево, а Мирана-то ботинок не имеет. Теперь... У нее лип, наверное, уже третий левел или четвертый. Общий счет 2-1. Да? Ой, 3-1. Ой, сейчас кастанет. Ой. Дерево, это как танчик идет. Ну, ему можно собирать и радик, и рефреш. Ну, на рефреш как-то я раз ему собрал. МП не было. Чтобы юзануть и рефреш, и еще ульты. МП-то у него что-то 300 МП сейчас у меня. Это на букву Е одну и на ульт хватит. Она убита! Убита! Поу! Нет! Я мог инвиз юзануть Кио или хилочку заюзать, но это так. Пусть она такая. А, я тоже его убила, значит, я еще могу понаглеть. А, мидер, 4-й левел. Они по 4-му левелу мидер. Что такое? Не понял. 6-й левел. Ну, 6-й левел это лесник. Ага. И Мирана 6-й, значит. И я тоже 6-й. Кстати, сейчас будет. Масульт. Очень разрушительно. Так. Кого ж. Это лип сделает. Нет, она вообще меня застанет. Ой, там да, два. Два рыла. И я лечу туда. Ой, так я ж не один даже лечу. Ща. Все, так. Во, вы видели, какой ульт, да? Похож, кто смотрел. Этот восставший из мертвых, зловещие мертвецы. Там, когда вот в первой части бабу схватили эти растения, корни захватили бабу, бабенцу и утащили ее в свое логово. Вот. Они ее отымели, по-моему, там. Вот здесь дерево именно такой же скилл имеет. Дерево лучше собирать, наверное, ПТ или бот МП. Ой, кто там? Кто там блуждает-то? Ну все, парень убит. Или не убит? Нет? А, ну Фура, молодец! Так, бежит W. Все, ой, микробаш прошел. Так, сейчас. Кыш! Так, ну я под хостом, так что я могу сопротивление аресту выдать. Черт. Давай. Ой, он до конца дрался, кстати. Мужик еще тот. Наверное, с усами. Ну и все. Т-шку можно больше не максить. Больше не юзать. Зачем? Оп.
мобов она классно забирает, особенно если купили моба забиралку, так вообще. Только Агондер, что она? Ой, Тэшкой с урагеном добивать мобов, ой. Видно, у него к дереву претензии какие-то. Сларик бежит. Ой, этот перекачку врубил. Знаменитый. Ой, как меня перекачка бесит. Она столько хп регенит-то. Ну, здесь его не спасла. Она, наверное, прокачана один раз всего. Я ее вообще не качаю заморфина, потому что я на нем не играю. Мой лук всегда со мной. Так. А, кстати, насчет звука, точно.